конечно, очень интересно по закулисью ходить, то есть смотреть, как работают цеха, где находятся карманы сцены, как выглядят декорации, когда они, как я все время говорю, отдыхают. Но в то же время хочется дать посетителям гораздо больше, чем можно вот просто гуляя по театру показать. И поэтому музей тоже нужен, чтобы показать и историю театра, и какие-то спектакли, которые уже не идут, и какие-то элементы, которые во время экскурсии мы не можем захватить по разным причинам. Сейчас у нас готовится экспозиция по постановкам, которые были поставлены по произведениям вологодских писателей. Это и Белов, и Зорин, и Шаламов. У нас сейчас дизайнер готовит очень интересный стенд, похожий на школьную доску, чтобы достаточно хорошо можно было оригиналы афиш разместить старых спектаклей, новых спектаклей.